Ответ принят. А теперь внимание, ответ правильный. Каждая отдельная часть вашего лица – это еще не лицо. Это нос, глаза, рот. И только собранные в единое целое они становятся лицом. А каждая отдельная часть золота – это всегда золото. По Сократу это и есть два принципа организации частей в единое целое. Раунд выигрывает Федор Двинятин. Сократ!